Почему у тебя лук и копье, Теп? Ты же швец, а не воин. Наши воины все мертвы или ранены, Илой. Кто-то должен стоять в дозоре матери. Вот я и вызвался. Ничего, справлюсь. Мне главное, чтобы не пришлось идти по пути испытаний. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Игромен. И это уже третья часть нашего прохождения игры. Замечательнейшей игры с просто замечательными текстурами, что у нас волоса застревают в текстурах наших бус. Нахуй. Ладно. Мне надо за врата. Ты хоть представляешь себе, насколько там опасно? Мне нужно пройти. Тогда обратись к Рэшу, он на стене. Это наш новый вождь. Но я не уверен, что он поможет. Он опасный, да? Почему Рэш не поможет? Ну, он говорит всякое про тебя. Что я безродная шваль и изгой в таком духе? Да. Я не рад, что его выбрали вождем, но Сона не вернулась из похода. Говорят, что она пошла по следу убийц одна. Кто это Сона? Сона была вождем, но после сражения она пропала. Ты не видел? Ее дочь проходила инициацию и погибла. Вала ее дочь? Да. Была. Хорошая. Это точно. Чем объятия так опасны? Убийцы еще там? Нет. Давно ушли. За ними отправилось войско, но угодило в западню. У них какая-то власть над машинами, как зараза, которая заставляет повиноваться. И... Да, они... А какие слухи ходили? Что тебя ранили. И ты при смерти. А потом высший матриарх Тирса настояла, чтобы тебя отнесли исцеляться в гору Великой Матери. Сколько было шуму. Туда ведь никому нельзя, кроме матриархов. Но ты заслужила честь. Выжившие рассказали всем, как ты за них сражалась. Там я не одна сражалась. Да. Они рассказали про Баста Свалу. Да. И Раст, кто меня вырастил. Он спасал меня и погиб. О нем вроде бы не говорили, но я его помню. Он был с тобой, когда ты меня спасла. Я помню, он тогда заслонил тебя, когда мой отец стал кричать. Ведь его смерть не была напрасной, Илой. Он спас тебе жизнь. Ладно, ребят. Мне пора идти. Пойдем к мальчику. Храни тебя, богиня. Да понял, Леп. Понял. Поняла я. Ты дурак? Ты что, дурак, что ли? Откройте врата. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? Меня выбрали искателем. Открывайте! Тебя? Искателем? Тирса и Джеза ополоумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие, и теперь наши дети в каменных курганах. Ты никто. Если Тирса и Джеза во всем виноваты, может, пойдешь и скажешь им это в лицо? Или ты такой смелый, только пока их нет рядом? Я вождь племени Нора. А я искатель. Делай, что говорю. Открывай врата. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Что это? Это босс еще.
пойти. Ой, ой, о нет! Тревога! Писец, ребятки. Великая мать, что он с ними делает? Рик, Саша, этого будем убивать. Ой. Дурында нас сожжет. Чё он на меня нападает, на других нападает? Офигевший. Вы чё, совсем офигели? Ну все, это невозможно пройти. Начинаем игру заново, все. Воины, приготовьтесь! Сегодня мы сразимся с проклятием, с демоном. Не то. Великая мать, дай нам сил! Сейчас начнется. Вот он. В атаку! Осторожно! Бегу! Половина хп осталось. Ребят, чувствую, у меня жопом. Жопой чую. Войны, так, максимально много припасов. Сегодня мы сразимся с проклятием. Нифига. С демоном. Великая Давай. Мать, дай нам сил. Сейчас начнется. Вот он. В атаку!
ребят, мы тут осторожно! Бегуны взбесились! Ай, больно в ноге, ты чё? Да ты дурак, больно же! Ой, зря я это сделал. Да уйди, что я тебе сделал? Другими машинами. В чем секрет? Показывай. Или как? Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так и я могу? Ну, попробуем. Если это прикрутить. Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Я все... Но... Теперь... Ясно. Хороший разговорчик. Хе-хе-хе, обоссали мы тебя. Все равно, как вы это сделаете, приступайте. Где его слабое место? Вот это? Вот его слабое место. Ладно, ребята. Нужно опробовать это устройство. Посмотрим, что оно умеет. Пойдем лес вывать, сразу говорю. Потому что у нас дефицит дерева. Опа, что ты можешь? Нефиг делать что? Нет, нет. Давайте... У него пишет урон большой? Ладно, купите это, давайте. Вот сюда. А продать что можно? Thank you.
это нормально про... А, еще. Так, еще что? Все, теперь что можно? Давайте еще какое-то оружие купим. Например, это, которое я не купил. Да. Теперь у нас есть и это тоже. А как его поставить? Ладно. Оставим на будущее. Ну-ка, карта. Нам надо было туда. Ро! Я твоя сестра, Алара! Разберемся по-быстрому. Ну, давай. Похоже, это Аран. Я в ловушке! Я в опасности. Ты офигел? Да, малютка. Помоги мне! Я в ловушке! Так, рядом. Мне кушать надо. Можно с тобой поговорить? Ну, поговори, только я кушать возьму. Из этого нужно сделать деньги. Спасибо. Я думала, рыскари разорвут меня на части. Меня прислал твой отец. Тебе пора домой. Я не могу. Сперва надо вытащить из падальщика мамино копье. Это копье тебе так дорого? Мама сделала его незадолго до смерти. Как отец мог его потерять? Он ненарочно. Падальщик очень опасен. Я знаю. Но мне больно от мысли, что оно пропало навсегда. Я поищу копье. Правда? О, спать. Вернись-ка. Ну, пошла я тогда. Пока. По-другому. Мне жратва нужна. Да. А что? Древний арсенал. Да. Прикольно. Ладно. Мне срочно нужно уже отвалить. Так, все, поехали.
знаю. Можно опробовать на них перехватчик. Надо к ним подкрасться. Не хватало тихо, спокойно. Я ей ноги пробую. Рискнем. Давай, давай. Эй. Сработало. Он спокоен. Я его укротила. На него можно сесть верхом. Не надо было это делать. И он нашего валит. Логично. А ладно, хорошо, что я успел сохраниться. Медленный. Лучше, чем пешком. Очень хорошо. А вот, и тут надо. Надо опробовать перехватчик на других машинах. Наверное, можно залезть, но я найду. Тут ты лазу? Вот.
его сам. Подожди, я тихо, да? Может, сменить запах? Ну, поехали. Ну-ка. Если мы в кустиках. Ладно, ребят, эта серия не очень такая длинная получилась. Потому что я хотел тупо протестить лошадочку. К тому же мне особо нечего делать. Основной интерес пропал уже в этой серии. Видите, он не бегает. Ребят. Сделайте бензак так, я хочу тебя затронуть.
Нет, нет. Давайте ближе! Ближе! Ты Варл, значит? Мне показалось. Или ты правда прибыла сюда верхом на бегуне? Ну, да. Это долго объяснять. Да уж я думаю. Чудные времена. Нет. Для тех, кто выжил. Я тебя узнал, конечно. Элой, ты победила на инициации. Рад видеть, что ты оправилась от ран. Тирса сказала, ты знаешь дорогу в Меридиан. Столицу Дома Солнца? А ты покидаешь нас? Я ловлю предателя Олина. Для этого матриархи назначили меня искателем. Иди на север, Венец Матери. Если дойдешь, спроси Марею, она подскажет. Если дойду. Путь будет опасный. Мы потеряли так много воинов. Земля без защиты, границы без охраны. А мы остались без вождя. А трэша толку мало? Только потому, что Сона пропала. Я бы сам отправился на поиски, но она приказала мне защищать врата. Что я и делаю. Мне пора идти. Элой, прежде чем ты отправишься в Венец Матери, может быть, ты попробуешь найти Сону? Племя очень в ней нуждается. Я бы сам пошел на поиски, но не могу. Она приказала мне ни на шаг не отступать от этих врат. Где ты ее оставил? Там, где на войско напали. Лесистая лощина напротив Жажды Беса, на этом берегу реки. Попробуй там найти ее след. Она погналась за теми, кто напал на нас. Вероломно убил наших родных. Кто пытался убить тебя? Я понимаю. И постараюсь. Что-то еще? Ты сказал, вождь Сона пропал? Да. Ты не... Да. Истеричь. То есть... Есть. Не угор... Да. Иди за богиней. Тебя, богиня. Ладно, ребят, с вами, как всегда, был я, Игромен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
жизнь. Нет, вам не сложно, мне приятно. Это для больше. Меня мотивация на новый ролик. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем пока-пока.